Привет, это канал I Like Pet. В этом ролике мы подробно расскажем вам про уход за австралийской овчаркой. Ласковый характер, высокий интеллект и преданность – таковы отличительные черты австралийских овчарок. Представители породы являются хорошими собаками-компаньонами, также они высоко ценятся как пастушьи собаки. Уход за этими животными несложен, однако имеет свои нюансы. Какие? Сейчас расскажем. Австралийской овчарке необходимы интенсивные физические нагрузки. Это очень активный питомец, который нуждается в длительных прогулках не менее 2-3 часов в день. Представители породы идеально подходят для содержания в загородном доме. А вот владельцам, обладателям городской квартиры придется уделять питомцу значительную часть своего времени, выгуливая его. При этом важно включать в программу прогулок с австралийской овчаркой элементы игр и дрессировки. С самых первых дней появления щенка австралийской овчарки в доме необходимо объяснить ему элементарные правила поведения и выделить свою территорию. Это поможет малышу быстрее адаптироваться к новому месту. Важно, чтобы собака знала, кто ее хозяин. В противном случае животное будет стремиться занять в доме главенствующее положение. Австралийская овчарка очень умная и талантливая собака, легко обучаемая и поддающаяся дрессировке. Считается, что она способна выполнять команды через 30-40 повторений. Уход за шерстью австралийской овчарки несложен, однако имеет свои нюансы. Вычесывать питомца необходимо 2-3 раза в неделю в период линьки ежедневно. При отсутствии этой процедуры возможно развитие дерматита, образование колтунов или появление кожных паразитов. Вычесывать шерсть лучше всего металлической щеткой с крупными редкими зубьями и пуходеркой. Купать собаку рекомендуется не чаще, чем 1 раз в 2 месяца, используя специальные зоошампуни. Уши, глаза и зубы австралийской овчарки нуждаются в особом внимании со стороны хозяина. Следить за здоровьем зубов собаки необходимо при помощи специальных средств и приспособлений. Также важно не забывать регулярно протирать глаза животного. Уши питомца необходимо протирать 1-2 раза в неделю, используя для этого ушные палочки и ватные диски. Австралийская овчарка неприхотлива в еде, ее можно кормить как натуральной пищей, так и различными кормами. В зимнее время рацион австралийской овчарки необходимо обогатить растительными и животными жирами, что позволит ей лучше перенести холода. Из натуральных продуктов австралийские овчарки предпочитают курицу, индейку, нежирную рыбу и крупы. Таковы основные особенности содержания австралийской овчарки. Помните о них, будучи владельцем представителя породы. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!